Короче говоря, это был обычный день. Я сидел дома и ел козюли. А все, мне это надоело, я так больше не могу. Есть одни козюли, хочу вкусное пирожное. Я решил сходить в магазинчик и купить что-нибудь сладенького. Но в кошельке не было ни копеечки. Что же делать? Есть идея. Я быстренько оделся и вышел на улицу. На улице шел снег и было очень холодно. Так, мне нужно ближайшее кафе со сладостями. А, вот же оно. Мне точно сюда. Ловите лайфхак. Как получить горячий напиток и пироженку бесплатно. При входе в кафе делайте вид замерзшего и больного котенка. Поздоровайтесь с баристой и скажите: я бедный, голодный, замерзший ребенок, помогите. А, бедный малыш, да-да, конечно. Вот, держи тебе пироженку и кофе. Нифига себе, сработало. Пойду есть, пока не передумала. И запомните, чем жалостливее будет ваша история, тем больше вероятность получить еще одну конфетку в подарок. И напоследок, будьте вежливыми и скажите спасибо.